Здравствуйте! Видео о некоторых уязвимостях дополнительных автосигнализаций. Мы решили проверить безопасность ряда автосигнализаций, устанавливаемых при предпродажной подготовке авто. Зачастую предназначение такой автосигнализации – это предотвращение кражи авто с помощью ретрансляторов, когда перехватывается сигнал от ключа с последующими разблокировкой центрального замка и запуском двигателя авто. Основная идея в такой автосигнализации – это обеспечение дополнительной безопасности авто. Известно, однако, что это может даже ухудшить безопасность авто. Мы заинтересовались этим. Опишем одну из дополнительных автосигнализаций, которые позиционируются на рынке как невзламываемая. Это автосигнализация Пандора, рекламное описание которой приведено здесь в отдельном кадре. Под очень известным и популярным в Великобритании брендом Viper или Clifford. Мы установили ее на этом авто и обнаружили небезопасные прямые ссылки на объект Indoor в интерфейсе API. Это означает, что мы можем просто отправить пароль любому пользователю. И это так же легко, как взломать ее приложение. Теперь, когда получен контроль над учетной записью, можно делать разные сумасшедшие вещи. Прежде всего, через GPS в режиме реального времени можно найти автомобиль, поэтому мы всегда будем знать, где находятся все автомобили. Вторая проблема – можно определить их марку, то есть выбрать для угона наиболее интересные и дорогие авто. Это, конечно, настоящий дурдом, но теперь мы получили полный контроль над авто. А именно, можем найти автомобиль, знаем, какие автомобили наиболее дорогие, знаем, какие из них стоит угонять. Сейчас давайте воспользуемся этим контролем. У Гейлиса смартфон со взломанным приложением. Крис сидит в авто. Центральный замок автомобиля заблокирован и двигатель не запускается. Гейлис, ты можешь что-то сделать, чтобы разблокировать центральный замок? Да, я могу разблокировать автомобиль. Это кнопка для разблокировки авто в мобильном приложении. Нажимаем на нее и видим, что автомобиль разблокирован и можно туда войти. А как насчет запуска его двигателя? Можно его запустить или заглушить? Делаем это. И теперь видим, что мы дистанционно запустили двигатель. Так что уже можем ехать, когда и куда захотим. При желании даже можем слить ночью топливо в чужом гараже. И это все плохо для владельца авто. Если вы захотите угнать авто, то лучшее, что вы можете сделать, это найти авто, поехать за ним и во время его движения включить сигнальную сирену. Это заставит водителя остановиться для выяснения причины. Также можно отключить мобилайзер авто. То есть, если вы захотите угнать авто, то в любой момент вы можете просто заглушить его двигатель, разблокировать центральный замок, забрать у водителя связку ключей и потом скрыться. Получается настоящий дурдом. Кстати, для автосигнализации другого типа мы нашли возможность прослушивать подключенный к сигнализации микрофон. Таким образом, мы можем шпионить за почти 3 миллионами водителей, а через API сливать также огромное количество личной информации. И это действительно плохо. Обо всем этом мы сообщили поставщикам автосигнализации, и они ответили нам, что это принято ими во внимание. Искренне надеемся, что так оно и есть. Это русский перевод видео, исходный контент которого полностью сохранен, и авторские права на которые принадлежат исключительно YouTube-каналу PEN Test Partners LLP. Спасибо всем за просмотр.